Разочарование года, безусловно, это закрытие на клюшку дворца зрелища спорта. Причины банальны. Не соответствует противопожарной безопасности. Собственник «Крайсовпроф» пытался отбиться в судах. Не удалось. В результате хоккейному Алтаю вместе с детской школой экстренно организовали переезд в современную Карандин-арену. Там теперь красно-синие играют официальные матчи первенства ВХЛ. Судьба самого дворца зрелища спорта пока остается неясной. Открытие года. Сюда определим гимнаста Сергея Найдина. На юношеских Олимпийских играх молодой и подающий большие надежды собрал приличный урожай медалей. Для 17-летнего паренька это первые старты такого высокого уровня. Не затерялся. 2 серебра и 2 бронзы международного турнира. Итог выступления Сергея в далеком Буэнос-Айресе. Больше, чем тренер, Сергей Клевцов вновь доказал, что и один в поле воин. В 2018-м заслуженному тренеру страны пришлось взять, возможно, главный барьер всей жизни – добиться реконструкции единственной базы для тренировок легкоатлетов. Спортивные функционеры сразу обозначили снести. Клевцов с этим вердиктом категорически не согласился. Поддержку нашел в лице губернатора края Виктора Томенко и зама Виталия Снесаря. Финальная серия – отремонтировали манеж в самые короткие сроки. Бомба года. Экс-игрок футбольного «Динамо» откровенно рассказал о том, что происходит в клубе, в частности, о пристрастии главного тренера Сергея Шишкина к алкоголю. «Мы едем на выезд, он, главный тренер «Динамо» Барнаул, сидит в автобусе и выпивает на первом сиденье». Конец цитаты. Вдобавок футболист сообщил, что все тот же наставник не занимается как таковыми тренировками. В результате команда оказалась предоставлена самой себе. Спортсмен года. Первым финишную черту пересекает Сергей Шубенков. В этом году барьерист вновь был неудержим. Сразу 4 раза барнаулиц пробежал 110 с барьерами меньше, чем за 13 секунд. Дал сбой Сергей лишь однажды во время чемпионата Европы. Из Берлина привез серебро. Это тот случай, когда болельщики меньше, чем на золото, были не согласны. Главное, еще впереди место действия Япония. Время 2020. Повод – Олимпийские игры. Вне номинации. Здесь плотное место застолбил за собой Александр Ерохин. Этим летом наш земляк помог сборной страны по футболу кардинально изменить мнение о команде во время домашнего для России чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова не только пробились сквозь групповой этап, но и сенсационно прошли до четвертьфинала. В этом успехе есть заслуга и барнаульского паренька по фамилии Ерохин. Кирилл Политов, наши новости.